А вы никогда не задумывались, каково бизонам в Age of Empires 3? Да, это всего лишь пиксели в игре, которые пытаются имитировать животных, но все же, эти зверушки обречены быть убитыми и распиленными. Игра абсолютно не ценит их, она считает их всего лишь источником провизии. Задумайтесь, люди, будьте добрее, стройте мельницы, берегите эти милых зверушек. И тогда эти лохматые друзья вам скажут спасибо.